1978 году кокаин охватил Майами, как цунами. С деньгами пришел самый отвязный вертеп наслаждений в Майами – клуб «Мятеж». Моя задача была, чтобы все были довольны. Твой брат – главный торговец с наркотиками в Майами. Мне нужно, чтобы ты предоставил нам сведения о его операции. Я приду, чтобы узнать жесткий урок. Любое удовольствие имеет свою цену.